Bando rei! Bando rei! Bando rei! Bando rei! Bando rei! Bando rei! Паскудник! Вот сейчас, сейчас происходит полный беспредел. Киевляне, выходите все на улицу. Мы сегодня должны заблокировать и арестовать Порошенко. Если мы сегодня не арестуем Порошенко, то мы все будем жить в дерьме полном. Если я тебя потяну, тебе будет неприятно, понял? Вы думаете по поводу сложившейся? Казацкому раду! Я думаю, что Порошенко Казацкому обратился к Путину за помощью. Я думаю, что Путин выделил своих людей. И я считаю, что СБУ – это региональная организация ФСБ. И те зеленые человечки, которые подошли, это точно такие же, как в Крыму оккупировали со стороны России Крым. Поэтому я считаю, что Порошенко – это агент Путина. И другого мнения у меня нет. Все сознательные граждане Украины должны сейчас выйти. Потому что мы сейчас стоим здесь не конкретно за Мишу. Мы здесь стоим все каждый за свое будущее, за свои права. Миша – лишь олицетворение наших свобод и прав. Поэтому каждый, кто считает, что у него есть будущее, должен выйти и его защитить. Сейчас нас смотрит около 8 тысяч людей, что вы можете им сказать, что сейчас нас наблюдают со стороны. Вот кто наблюдает со стороны, поднимайте жопы свои и валяйте сюда. Потому что именно здесь сейчас нужна ваша помощь, а не дома на диванах. Спасибо. Вставайте и идите. Покажем, що ми братя козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Солдат срочно пішов. Солдат срочно. Приказ є приказ. Камеру бери. Все одно за маску чинюєш.